Хозяйка пса, который покусал 8-летнего мальчика, выплатит родителям пострадавшего 10 тысяч рублей. Ведь после проверки выяснилось, собака гуляла без присмотра, намордника, поводка и держала в страхе весь двор. Напомним, инцидент произошел в Златоусте. Минувшей весной около одного из домов на мальчика напал соседский пес. Собака два раза укусила ребенка. Пострадавшему потребовалась помощь медиков и курс уколов против бешенства. Родители школьника подали в суд, требовали 50 тысяч рублей. Но Фемида снизила сумму выплаты в 5 раз.